Это жестко. И вот так вот. Сегодня я расскажу, как же сделать бит в стиле Бульвара Депо. Уже довольно давно у Бульвара выходил релиз QWERTY Lang. И я подумал, интересная идея сделать бит в стиле этого альбома, а именно трека QWERTY Lang. Там есть отдельный трек, который так называется. Вот так вот звучит этот трек. Мы говорим на разных языках. И если вы прислушаетесь, то поймете, что основой, основным сэмплом для этого трека послужил метроном. Метроном — это вот такая вот штучка, которая помогает, например, рэперам при записи попадать в бит. Там у Бульвара метроном из Саблитона, он звучит чуть-чуть по-другому. И вот этот вот звук метронома послужил основой для трека. Мне показалось это очень крутой идеей использовать, казалось бы, такую неподходящую штуку для основы целого трека. Мне кажется, это очень интересная идея. И так как я не пользуюсь Ableton'ом, а пользуюсь FL Studio, я решил попробовать сделать аналог такого бита в FL Studio. То есть я взял и записал метроном и попытался сделать QWERTY Lang Type Beat. То есть что-то подобное. Как вы уже слышали, метроном FL Studio звучит вот так вот. Если мы сравним этот метроном с версией метронома из Ableton'а, то мы поймем, что в Ableton'е он куда музыкальнее. Там используется какой-то писк, а здесь просто какая-то перкуссия. И сложно из этого будет сделать какую-то мелодию. Но я все-таки попытался. Кстати, если вы не знали, то можно в FL Studio нажать правой кнопкой мыши по метроному и выбрать звук, который вам нравится. Обычно у меня стоит хай-хет, но я выбрал классический звук, тик вот этот вот. Я записал две вот такие вот дорожки. Вернее, одну, но сделал из нее две. И распрономировал их в правый и левый канал. Получился вот такой вот сэмпл. Туда попали какие-то мои вздохи, я сделал это нарочно, потому что у Бульвара было что-то похожее. Этот звук послужил основой всего бита. Также я использовал еще несколько звуков. Первый — это вот такой вот колокольчик. Этот колокольчик я взял из Omnisphere, потому что в Omnisphere много акустических таких колокольчиков, даже без дополнительных библиотек. Но вы можете взять любой другой колокольчик, хоть записанный сэмпл. Вот такая вот получается странная мелодия. В принципе, в треке Бульвара было что-то подобное. Тут Velocity и Panorama присутствует. Я добавил то, чего не было в треке Бульвара, а именно вот такой вот лид. Взял его из флекса, встроенного плагина FL Studio. Вот так вот он называется. Я добавил этот лид, потому что все-таки в Ableton'е метроном чуть музыкальнее. Я хотел сделать какой-то тоже прикольный бит. Мне показалось, что лид здесь звучит неплохо. Вот поэтому я его добавил. Вот так вот он звучит. И вместе это все звучит вот таким вот образом. Довольно интересно. Вот такие вот звуки я использовал для ударной партии. Вот так вот выглядит паттерн с 808 басом. Из обработок у меня тут Blood Overdrive с миксом, выкрученным почти в ноль. На эквалайзере сделал просто поднятие саба. Чуть-чуть дисторшена. Fruity Flangus делают такой интересный эффект. На верхних частотах баса часто его можно услышать. Звучит довольно прикольно. Кик играет просто по басу. Снейр играет прямо, а вот дополнительный отыгрывает вот такую вот партию. Ну и, соответственно, хай-хеты тоже играют ритмично достаточно. Тут по Velocity я тоже делал им
на роллах вот этих вот, подъем velocity. И звучит это все вместе вот так вот. Из обработок на метрономе я добавил даблер. Он расширяет стерео, метроном звучит справа-слева. Так звучит интереснее. И у Бульвара в треке метроном тоже достаточно широко звучит. Также здесь у меня небольшая эквализация, фленджер тоже чуть расширяет и реверб. Колокольчик я, кстати, тоже расширил с помощью даблера. Также у Бульвара в треке был такой момент, когда начинает играть пианино. И мне показалось, что я тоже могу так сделать, прикольно это обыграть. И я добавил обычное пианино из Full Studio, School Piano, только я добавил на него некоторые обработки. У меня тут висит плагин Drip, который делает большой реверб просто своеобразный. Также тут у меня Halftime есть, чисто по приколу, с ним звучит прикольно. Fruity Balance для автоматизации. Кристаллайзер делает чуть-чуть более жирным пианино. Такой интересный эффект получается. Также Pfizer дополняет немножко пианино. Срезал так жестко низ у пианино. Скажу сразу, что я в точности не повторял трек Бульвара Депо. Я попытался как-то это по-интересному обыграть. И у меня получилось вот такие две мелодии на пианино. Первая звучит вот так вот. Она как бы нагнетает. Вот так вот звучит вторая мелодия. У Бульвара в треке этот переход постепенно нарастает и играет совсем немного. Я сделал примерно так же. То есть у меня играет сначала вот по аранжировке сам бит, потом постепенно появляется вот этот переход, и в конце он в итоге пропадает. Вот так вот это все звучит. Также у Бульвара в треке была сирена. Такой вот звук сирены, называется Alarm. Я думаю, вы можете FX Alarm написать, и вы найдете этот звук. Вот так вот он звучит. Он у меня тут с обработкой, но в принципе он так и звучит. Я просто добавил реверб. Получается вот такой вот переход на обычную часть трека, которая была в начале. Также у Бульвара Депо в конце был метроном нарезан, как-то обыгран. Я тоже решил с ним что-то сделать. Вот такую вот сделал нарезку метронома. Вот так вот это все звучит. Мне кажется, прикольно. Вот такой вот бит у меня получился. Но перед тем, как вы его послушаете, советую вам поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, что вы думаете по поводу этого бита. Кстати, он будет доступен в моей группе ВКонтакте с битами. Ну а с вами был я, Ватмайн. Приятного прослушивания. Всем пока.